В городе Зверинославле жили дружные звери. Каждый занимался своим любимым делом. Брат и сестра енота играли с мячиком. Собачка каталась на скейте. Художник-медведь рисовал картину. Вдруг мячик укатился. Енотик побежал за мячиком. А за мельницей он нашел коробок. Принес сестре коробок. Открыли коробочку, а там спички. Они решили поиграть со спичками. Спичка загорелась и бросилась в пляс. Она кружилась и вертелась в огненном танце. Загорелся дом. Пламя поднималось выше и выше. Потемнело небо. Зазвонил колокол. Еноты испугались и забегали. Звери начали разбегаться. Еноты начали плакать. Енот достал телефон и набрал номер 112. Приехала пожарная машина. Пожарник-пес стал тушить пожар. Приехала машина спасателей. Протянули спасательную лестницу к окну. Спасли собачку. Прилетел спасательный вертолет и забрал собачку в больницу. Город был спасен отважными пожарными. Еноты обрадовались. Еноты обещали больше со спичками не играть.